последняя минута второго периода. Начинает свой отсчет Кугрышев. Перевод на противоположный фланг. Здесь Широков. Каблуков уже в здании. Передача на ближнюю. Это Хохлачев! Локтионову на пустые ворота. Несмотря на то, что угол был островат, у Локтионова было все время мира, чтобы подготовить этот бросок и попасть. Ну, мне кажется, отгрубится шайба в итоге влетела. Сейчас посмотрим опять же на повторе. Ну, как прошла передача из-за ворота от Хохлачева туда на пята, где находился Локтионов. Ну, полностью удалось 93-му номеру Спартака запутать оборону авангарда в этом моменте. Кстати, эта шайба будет записана как в равных составах. Так, давай посмотрим. А здесь вот, вот момент там повторили. Давай посмотрим эту передачу. Ну да, вот такая секретная передача. И дальше уже Локтионов с довольно острого угла, но свободного поразил ворота Грубица. Нет, здесь Грубиц вообще никак не поучаствовал. Да, да. Он верил в то, что Хохлачев поедет за левую от него штангу.